Как заставить тебя делать то, что нам хочется? Психотронное оружие, и ты полностью под нашим контролем. И это мощнее, чем ядерная бомба. Секретные эксперименты в психиатрической клинике по созданию пси-оружия вышли из-под контроля. Облучаемые люди с приобретенными возможностями вырываются на волю. Им нужно уничтожить те опасные установки, с помощью которых проводились бесчеловечные опыты над людьми, иначе человечеству. Роман «Визуализатор» или «Человек, изменяющий реальность» известного российского писателя Никиты Т. фантастическая калька с действительности. Он посвящен борьбе против сил хаоса, которые пытаются разрушить привычный для нас миропорядок. Присоединяйся!